что ж, на исходе уже второй месяц Года культуры. Поговорить о планах и обсудить, что сделано за это время и прошлый год. В Чувашском драматическом театре собрался культурный свет республики. Чтобы Россия за год культуры действительно стала культурнее, одних призывов и общих слов мало. Нужна конкретная программа действий. Специалисты говорят, эффект будет, если к процессу активно подключится правительство. Год особый, год культуры, хотя я считаю, должна быть вся жизнь культуры. Вот. Но характерно то, что согласно этому постулату, значит, наши власти, хочешь не хочешь, официально должны больше внимания уделять культуре. В Чувашии, судя по всему, с планами определились. Марафон культурных событий заглянет даже в самые отдаленные уголки республики. У нас запланированы дни деревень. Мы планируем в этом году в каждом поселении провести обязательно по два мероприятия по дню деревень, по два праздника. Очень хотим участвовать в проектах по развитию учреждений культуры, по библиотечному обслуживанию. Насыщенной культурной жизнью Чувашия желает в год охраны окружающей среды. В 2013-м есть что вспомнить. Министр культуры начал свое выступление с извинения. Все проекты, достижения и мероприятия прошлого года он не сможет перечислить, слишком много нужно времени. Остановился лишь на самом основном. Это Дни культуры Башкортостана, съезд Национального конгресса, эстафета Олимпийского огня. Но 2014-й готовит жителям республики еще больше событий. 30 миллионов рублей.